В районе домов 29 и 31 по улице Железнодорожной пропала кошка-инвалид. Ее очень ждут дома. Телефон 476-44. Звонить круглосуточно. Вниманию населения. 9 июля с 14.15 до 15.15 в службе общественной приемной главы Республики Коми по Печорскому району пройдет прямая линия на тему «Вопросы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». На вопросы жителей города и района ответят специалисты филиала номер 4 по городу Печоре Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми. На прием можно обратиться по адресу улица Булгакова, 22, кабинет номер 17 или по телефону 717-25. Фирма «Сантехрезерв» предлагает все виды сантехнических услуг. Замена труб, реставрация ванн, устранение засора труб, установка и замена смесителей, подключение стиральных машин, ремонт и установка сантехники, комплексные ремонты квартир, отделка помещений, а также теплые полы, сварочные работы и многое другое. Заключение договоров, рассрочка платежа, гарантия. Фирма «Сантехрезерв» – это качество и разумные цены. Разместить информацию в программе телегазета вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам улица Островского, 74 и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.